Снова приветствую вас на своем новом канале. В прошлом видео рассматривался тригонометрический способ нахождения синуса угла 18 градусов. Посмотрим, как это сделать, не прибегая к тригонометрии. Рассмотрим равноведный треугольник ABC, AB равно BC, с углом при вершине B равно 36 градусам. Сумма углов при основании 180 минус 36 – 144 градуса, а каждый угол при основании – половина 144 или 72 градуса. В два раза больше угла при вершине. В таком случае бисектриса CD угла C делит этот угол на два угла по 36 градусов. При этом треугольники ABC и ACD содержат по углу 36 градусов и имеют общий угол A, откуда следует подобие треугольников по двум углам, поэтому треугольник ACD, так же как и ABC, является равнобедренным. DC равно AC. Вернемся к треугольнику ABC, в котором обозначим длину боковой стороны через A, а длину основания через B. Тогда длина DC также равна B, а кроме того, в треугольнике BCD два угла равны 36 градусам, поэтому он также равнобедренный, и длина BD также равна B, откуда длина отрезка AD равна A минус B. Дальше можем воспользоваться свойством бисектрисы, но мы обратимся к подобию треугольнику ABC и ACD, приравняв отношение боковой стороны к основанию. В треугольнике ABC это A к B, в треугольнике ACD это B к A минус B. И выходит, что точка D делит отрезок AB на две части, большая из которых есть среднепропорциональная между всем отрезком и меньшей частью. Такое деление отрезка называется золотым сечением. А отношение большей части к малой, оно же, согласно равенству отношения А к Б, называется золотым отношением. Оно считается эстетическим совершенством в архитектуре и искусстве и обозначается заглавной φ, тогда как нас интересует менее эстетичная обратная величина φ малой, отношение Б к А. Перевернем обе дроби в нашем уравнении, а в правой части разделим подчлен-исчислитель на знаменатель. Теперь b деленное на a заменяем на φ малое, а деленное на b на единицу, деленную на φ малое. Полученное уравнение легко приводится к квадратному, в котором нас интересует только положительный корень, равный половине корня из 5 минус единицы. А золотое сечение φ большое отличается плюсом перед единицей и является решением уравнения с минусом перед φ. Далее заменяем бисектрису угла c бисектрисой bh, угла при вершине, который также является медианой и высотой. Поэтому треугольник BAH прямоугольный, длина катета AH равна половине B, а противоположный угол равен половине 36 или 18 градусов. Поэтому синус 18 градусов, равный отношению H к B, есть половина φ или 1 четверть корня из 5 минус 1, что совпадает с результатом предыдущего видео. И это все.